Зрителям привет! С нами беседует Александр Осипов, прекрасный, интересный, креативный фотограф из Екатеринбурга. Саша, привет! Привет всем! Здравствуйте! Кого знаю, не знаю. Саш, когда я смотрю твои работы, если формально определять жанры, то они у тебя самые разные. От портретов до абстракции, от репортажа до фантазийных коллажей. Есть ли что-то объединяющее все твои снимки? Да, они должны быть интересны мне, во-первых. А если мне что-то интересно, то это чаще всего интересно зрителю. То есть жанровости как таковой, вот плотно, чтобы я сидел на одном жанре, нет, мне это не интересно. Мне интересно находить что-то разное и совмещать. Ну, а все-таки вот что общее, может, в плане подачи, оформления? Общее? Да, вот что ты считаешь интересным? Ну, я думаю, вот у меня название первой моей выставки было «Фигура умолчания». Она как раз вот про это, что в каждом кадре незримо я присутствую. Мое отношение к этому. То есть это не просто фиксация действительности какой-то, допустим, в репортаже или концерте, либо постановка. Все равно там присутствует мое мнение об этом. А какой-то любимый, наверное, жанр здесь не выделитесь? Ну, это как дети же. Детей любимых не бывает. Они все любимые. И так же, как не может быть у меня любимой фотографии, меня спрашивали уже, ну, как бы, я еще не снял тот самый кадр. Если я его сниму, я перестану фотографировать. А вот скажи, я вижу много у тебя фотографий, где реальные моменты, ну, подловленные или срежиссированные, неважно, но и много именно вот монтажа. Они получаются такие красивые, эффектные, но когда делаешь такие откровенные обработки, они... не принижают ли как бы потом настоящие находки? То есть ты потом подбираешь по-честному свет, ловишь там отражение, а уже не верят. Ну, это же, мол, фотошоп. Вот как это соотносится? Слушай, вот да, есть такой момент. Допустим, взять, у меня есть фотография, серия «Мужчина с желтым портфелем». И как бы там где-то 5 или 6 фотографий. И прям вот люди мне говорили, да, это фотошоп, и прям показывали вот на этой фотографии фотошоп, на этой теней нету, и указывали именно на те фотографии, где как такового фотошопа не было, кроме цветокоррекции. То есть тут, да, есть такой момент, но с другой стороны, я просто к фотошопу отношусь как к инструменту, и я вот его не... Это не ради там фотошопа я делаю что-то. То есть у меня есть идея, допустим, или я что-то хочу, просто я пользуюсь инструментом. Если бы, например, я был художник, то я бы на какие-то работы использовал масло, на какие-то, допустим, акрил, а что-то делал бы акварелью. Хотя, конечно, художники чаще всего сидят на одной краске. Но есть также куча народу, да, я могу... просто вспомнить многих, которые и работали и графикой, и маслом писали. То есть тут от человека зависит. Вот. Поэтому это просто инструмент, и когда надо, я им пользуюсь. Может быть, кому-то покажется, что слишком, но это как бы мое дело. Я вот так хочу, я делаю просто то, что мне надо. Вот ты вот упомянул, что идея, когда у тебя есть, ты ее прорабатываешь. Так и скажи, вот много снимков, они такие... эффектные, вот в моем понимании уже визуальная у них эффектность, как бы яркая подача. Всегда ли у тебя за этим стоит, как бы, ну какая-то действительно продуманная там идея, концепция, или просто само вот ощущение этого абсурда, это тоже уже самоценность, как бы? Ну, чаще всего я стараюсь в кадр закладывать какую-то идею. Она может не читаться, либо люди ее могут читать по-своему, но я ее закладываю. Плюс просто ты должен понимать, что цвет для меня и свет – это такие же инструменты, как Photoshop. То есть, если у меня есть хороший цвет, я его вытягиваю. То есть, кто знает Пашу Косенко, да, он наоборот, мы хоть вместе проводили там мастер-классы, да, но у нас совершенно диаметрально противоположный подход к цвету, потому что он его наоборот деградирует и, как говорится, больше грязи. Вот, а я, если вижу хороший цвет, я вытягиваю наоборот. Это как бы кто-то называет даже кичем, но я считаю, что просто если цвет есть, им надо пользоваться, и он, то есть эффектный инструмент, и то же самое со светом, да, если есть хороший свет, это никаким фотошопом не сделаешь, и жаль упускать такой момент, например. Очень много же фотографий идут они на афиши, потому что я музыкантов много снимаю, и там именно нужна эффективность и вот этой вот самой, это же реклама получается. Плюс и для рекламы много тоже работ уходит. И именно цвет он позволяет. Цвет плюс симметрия в кадре. Я это осознанно делаю, очень много симметричных кадров, но на афише они больше впечатления производят, чем просто когда я в 2/3, допустим, кого-то поставлю. То есть тут, конечно, законов нет таких, но симметрия, она эффектнее на самом деле. То есть то, что мы видим, это не только хобби, да? Это как бы и по работе у тебя, и репортажи. Да, оно все перемешано все. То есть мне за пейзажи начали деньги платить. Казалось бы, все 2 года снимаю, да? Но все, пошел уже как бы процесс, люди заказывают пейзажи. И это нормально. То есть у меня цель была, чтобы хобби не отнимал деньги от семьи, потому что фотография это была хобби, и как бы я должен был хотя бы в ноль выходить. Вот, соответственно, а сейчас фотография меня кормит. Ты упомянул, что как бы не столько фотограф, сколько художник, да? Вот мне напомнил Шона Арчера, наверное, знаешь, это же твой земляк, конечно. Да, конечно, мы с ним хорошо знакомы. Вот он мне говорил, что, его мнению, единственно важный результат. Он там считает, неважно, сидели ли полгода в засаде, чтобы поймать Луну, или нарисовали ее. Вот главное – результат. Ты согласен с этим? Я с этим согласен в его жанре. Потому что ему, чтобы снять девушку, не надо сидеть в засаде. Но вот если ты ползешь в горы... Недавно я тут прям просто шумчик такой поднял в соцсетях, потому что я выложил фотографию с телефона, где я просто спустился с работы вниз, снял улицу, фонарь, аптеку, собственно, такой вечерний свет телефоном, и кучу лайков было. А вот если ты идешь в горы, там неделю где-то ползаешь, приносишь, обрабатываешь это все, выкладываешь, столько лайков не получается, и это очень обидно. И как бы вот я все-таки в пейзажах, да, например, стараюсь минимально вносить какие-то изменения, потому что вот это все-таки труд, зайти куда-то, дождаться момента, это тяжело. Вот я для пейзажей все-таки стараюсь более натуралистичный подход такой делать. А вот в концепции, да, там результат нужен, потому что это еще в академии меня научили, что любую конфетку надо красиво завернуть. То есть ты делаешь курсовую, если ты ее подашь просто правильно и красиво сделаешь обложечку для нее, то тебе автоматически пару баллов добавят. И может у тебя содержание там на 3, но как бы тебе ставят 4 или 5. Это в принципе и для фотографий также. Недотянутая фотография, она не, как бы не сработает. То есть фотографию надо дотягивать до конца, до логического, что дальше уже не надо ее было обрабатывать. Что вот это то самое, что цепанет людей. Потому что я-то как раз делаю фотографии, чтобы цепляло людей. Я не для себя снимаю, я снимаю для зрителя. А их все-таки можно называть фотографиями? Потому что если ты художник, может, это уже не совсем фотография? Нет, все-таки я фотохудожник, потому что... Я пользуюсь фотошопом, и у меня отношение к фотографии, то есть я должен даже в пейзаже, я же показываю не сам пейзаж, я показываю то, что мой мозг увидел. Я тут недавно такую теорию вывел, что люди ошибаются, они думают вот о физике вот вообще процесса фотографического, что свет попадает на линзу, да, там преломляется, на другую линзу идет, потом попадает на матрицу, либо на пленку. Так вот, я считаю, что свет попадает сначала в глаз, оттуда в мозг, там интерпретируется, по синапсам всяким попадает уже сигнал в палец, который нажимает как раз спуску затвора. И происходит вот именно та часть, когда свет попадает в линзу. То есть не до конца люди понимают, что сначала через мозг идет сигнал нам, что мы должны увидеть, преобразовать и уже потом нажимать кнопку. Вот, поэтому отношение мое все-таки, оно должно быть видным, что это не просто я пришел и зафиксировал какую-то местность. Нет, там я все равно стараюсь именно вот это вау, которое я увидел, нифига себе, да, его с помощью фотографии показать. Саша, вот этот проект «Рваный край», по-моему, назывался, постапокалиптический. Расскажи, пожалуйста, как он создавался? Ну, во-первых, эта тема для меня родная, потому что, в принципе, местные все знают, что я помоечный фотограф. Я люблю помойки и всякие трущобы. Я хоть и стараюсь снимать добрые вещи, но очень часто такой трешачок идет. Ну и сам я одет, в принципе, у меня стиль похож на постапокалипсис такой. Вот, то есть эта тема мне близка, я в ней давно кручусь. Вот, и как бы масштабного просто у меня ничего не было. То есть были единичные там модели, там небольшие группы. И мы с коллегой просто решили, она такая же, как и я, немножко чокнутая, сделать прям глобальный воркшоп. Мы вдвоем насобирали около 50 актеров, приехали из других городов. Все это бесплатно, они готовы сниматься. Обычные люди, когда услышали, просто делали себе костюмы и приезжали тоже на съемку. Вот, и то есть, в принципе, я их просто визуально, когда увидел, я даже не знал, как они будут половина выглядеть. Я их растусовал по группам, так и сказал: вы у меня металлисты, вы у меня там рабы какие-то, вы какие-то мотоциклисты. Вот, несколько групп было таких. И когда у тебя много басовки, ты уже можешь как бы устраивать кадры. То есть, соответственно, такие глобальные. И как бы вот за счет именно глобальности массовки, да, вот этой, можно было делать такие вещи, которые, ну, обычно мало кто может снять. То есть изначально какой-то общей концепции не было, да, ориентации на какой-то прототип? Концепция была вот, то есть рваный край, битва за ресурсы, ну, это, собственно, обычная история, да? Книга, а как оно преобразуется? Я очень много на съемках оставляю на экспромт. Потому что, ну, невозможно все это расписать даже в рекламной съемке. То погода тебе испортит, то модель ногу сломает, то еще что-нибудь произойдет. Поэтому я всегда на экспромт оставляю много места, и вот в таких вещах это очень помогает. То есть я прямо там организовываю как бы сцены. Ну, а люди, почему воркшоп хорош? Потому что это практика. Мало того, что я сам ставлю модели, я еще и всех, кто там фотографы присутствует, я их заставляю буквально, чтобы они сами работали, сами выставляли кадры. Иначе просто на мастер-классах они прослушивают все, а потом не могут сделать. Нет, здесь их буквально тычу в это и заставляю делать. Ну, шикарно получилось, мне очень понравилось. Ну, это вот, массовка. Массовка вообще тоже хороший инструмент, я про него рассказываю в лекциях. Потому что это как в фильмах таких глобальных, баталиях. Просто сразу видно масштабность вот этого всего. Что не просто съемочка какая-то, а, блин, нормальная сессия. А завтра тоже что-то типа такого будет? Да, завтра точно такое же, причем даже в той же локации, но тема у нас цирк. Причем цирк, естественно, не наш современный, а с водом там в средневековье. То есть очень много уродов будет, в хорошем смысле. Много тоже, человек 30-40, а то и больше. Я просто сам не знаю, сколько приедет. Погода не очень хорошая, некоторые начали отпадывать. Но как бы народу будет много. Есть даже маленькая женщина, допустим, она всего метр ростом где-то. И вот, то есть настоящая карликовая. Есть много музыкантов страшных, будут адские оркестры, это я точно знаю. Много фаерщиков, которые и стафы крутить будут, но и будут драконы, я их называю, которые дышат огнем. Поэтому будет, в принципе, тоже такая массовая постановка. Слушай, ну... Но вот я тоже, Дим, я вот тоже не знаю сейчас, что будет там, потому что, во-первых, погода, да, может, дождь пойдет, мы будем внутри шатров снимать. Если не будет хорошо, мы снаружи будем снимать. Сколько народу придет и как они выглядят, я тоже мало себе представляю пока. Саша, а чем ты снимаешь, какую технику используешь? Я сижу на двух линейках, на Canon, на Олимпусе. Почему не только на Олимпусе? Ну, причин много. Одна из них, допустим, клиент. То есть коммерческих съемок у меня все равно больше, чем для себя. Клиент не понимает, когда я прихожу с маленьким фотоаппаратом. Просто не понимает. Очень часто прямо требования есть там, если Canon, то не ниже 3-го марка должно быть там. Я не знаю, зачем это людям, потому что вот эти мегапиксели, да, это полная ерунда на самом деле. Вот. Есть просто плюсы у Canon, есть такие же плюсы Олимпуса. Плюс у Олимпуса есть такие фишки, которых нет ни у кого. То есть Live Composite, который можно вот всячески использовать, и как бы световой кистью рисовать, и пещера — это просто одно удовольствие, когда ты ставишь фотоаппарат на штатив, ходишь с телефоном и нужные места освещаешь фонариком с фильтром каким-нибудь цветным. То есть ты не из одной точки это делаешь, а ты ходишь, у тебя свет интереснее получается. Плюс ты весь процесс наблюдаешь в реальном времени. Но это очень дорогого стоит. Точно так же я снимал изумруды, их никак не снять было на Canon, только с помощью лайв-композита. При этом клиент смотрел на планшете, что у меня получается, и говорил: вот здесь подсвети, вот здесь подсвети. Очень удобная такая вещь. Ну и самое главное, Олимпус весит в 3 раза меньше, то есть на все путешествия я сейчас беру Олимпус, потому что тащить Canon это невозможно в горы. Я сам-то тяжелый, как бы не маленький. Пузико у меня большое, и поэтому каждый там килограмм у меня очень считается теперь. То есть все, что мне надо, я им спокойно делаю. Я говорю про то, что я не могу на коммерческие съемки его брать на некоторые. Плюс мы очень часто снимаем со вспышками выносными, спидлайтами, штуки 3-5 там ставим их. Проблема, что нету коннекта, у нас вспышки саньянговские, они подходят к Canon, иначе я не могу полностью запускать в нормальных режимах вспышки, то есть они ETTL не видят, если через Олимпус идти. Ну, контакты там другие. Это у меня ассистент разбирается в этом, но как бы техническая проблема еще есть, что я не могу на съемку со вспышками, допустим, брать Олимпус. Но опять был воркшоп недавно, игра света, где как раз мы снимали со вспышками, причем именно в режиме Live Composite. У меня гимнастки как бы на такой, мы делали стробоскопические такие вспышки, то есть несколько серий делали, там, допустим, по 5 кадров, чтобы вспыхивало. Вот на Live Composite это намного удобнее. Я вот прям показывал людям, что ты сидишь, смотришь в телефон, тебе не надо в этой толпе стоять перед моделями. Ты поставил штатив с фотоаппаратом и сидишь спокойно на скамеечке и командуешь. То есть я сидел на скамеечке, смотрел в телефон и командовал, когда включить вспышку, какое движение совершить модели, чтобы оно не пересекалось с прошлым движением, потому что они накладываются. И как бы тоже очередной плюс. Поэтому Олимпус можно использовать как угодно. Ну и очень примечательный, допустим, момент, когда мы были на сплаве последний раз по реке Ивдель. Мы просто остановились неожиданно, и я выскочил из лодки, да, и оказалось, что мы идем в пещеру. У меня штатив остался в лодке, причем глубоко спрятан в мешках. Ну и чё, я решил попробовать на Олимпус поснимать в пещере. У меня все получилось. Когда я пришел домой и посмотрел параметры, оказалось, что я в руках выдержал 6-секундный кадр. То есть 6 секунд система стабилизации спокойно позволяет смотреть, ну, держать вот этот кадр. И поэтому у меня съемки из пещеры получились. А что тебе больше всего доставляет удовольствие? В каких случаях самому нравится результат? Вот что в нем должно сойтись? Мне надо, чтобы результат был лучше ожиданий моих. То есть какие-то факторы сложились, которые я даже не учитываю. И вот даже, может быть, этот кадр не тот, который я задумывал, но чтобы вот он выстрелил прямо. Вот именно вот кадр, который становится эффектным. Причем даже без моей работы, то есть, ну, как бы я сам не ожидал, что он такой станет. Потому что чаще всего происходит наоборот, ты думаешь, будет что-то прикольное, а получается проходной кадр. А вот когда у тебя ни с того, ни с сего, неожиданно как бы складывается вот это что-то неуловимое, вот. Это именно в фотографии есть сиюминутность какая-то, которую ты успел зафиксировать. Свет как-то правильно упал, буквально на мгновение там. Кто-то выражение лица, которое ты поймал, причем не одного человека, а со 2-3 планом. И вот это для меня самое такое прикольное. И вот удовлетворение именно от таких работ получаю. Понятно. Ну что, Саш, спасибо тебе и за беседу, и за снимки, которые всегда меня доставляют огромное удовольствие. Удачи, новых интересных находок. Спасибо большое. Постараюсь. Ага, счастливо.